И снова здравствуйте. Всем доброго времени. У меня на сегодня вторичный обзор. Опять тех же самых бритв, которые я вам показывал в предыдущем видеообзоре. Почему я заново делаю видеообзор? Тут даже можно просто взять и удалить. Потому что мне стало стыдно. Да, мне стало стыдно. За то, что я там был очень уставший, когда затачивал уже бритвы. И у меня не вышла заточка, она вышла какая-то такая неровная, вся широкая, неправильная. И поэтому я решил перешлифовать. Исправить. А то иначе там... То есть кто-то возьмет в руки и скажет, фига ли ты за мастер такой. Фломастер-то не мастер. И поэтому мне... Просто стыдоба меня замучила. Вот теперь такая здесь кромочка, которую даже сложно увидеть. Затачивались просто на раз-два. Просто вот несколько движений, и уже кромка готова. Это еще на 5000 грит. Финиш на японском камне. Название, если не то найду, там напишу. Вот теперь такая вот кромочка микроскопическая. И теперь мне уже не стыдно. Вот просто мне теперь не стыдно. Просто я теперь вот счастлив. Вот так вот. Да, конечно, вот здесь стерлись РБ. Инициалы, которые там инициалы я писал эти. Ну, РБ, сокращенная русская бритва. Вот теперь те же самые бритовки, только уже... сверх тонкой, сверх такой вот кромочкой. И не просто там что-то поправил заточку, нет, я прям перешлифовал. Вот так вот теперь все. Просто, вот теперь просто прелесть. Вот теперь я буду спокойно спать, и мне не будет стыдно. И еще одна бритовка. Наверное, для тех, кто не смотрел предыдущий обзор, скажу, что вот этот мореный граб, это опять напишу вам, что за дерево, что-то у меня в памяти не записывается. Вот этот клиночек вообще прям запирается. Вот сначала он вот так вот, а потом дожимаете, и он запирается там. Вот. Теперь вот такая здесь кромочка. Если кто смотрел предыдущий обзор, вы помните, наверное, какая она была. Ее сложно было не заметить. Она была разной по ширине. Теперь она микроскоп... Недопротер, как всегда, как всегда. Микро кромка. Тончайшая. Ай, чуть палец не укусил. Ну, это, конечно, вот нож, тупой нож меня сегодня шваркнул. Я лампочку привинчивал. Так что не подумайте, что это все связано с бритвками. Могла бы, конечно, поровнее заходить. Да, но я найду к чему придраться. И давайте по волосам пробежимся острием. Так, сделал максимально макро, подлиннее. Максимально длинный. То есть не там не сантиметр, не два, а вот все пять или более даже того. Берем еще длиннее. Чем длиннее, тем еще лучше даже рубится. А короткое само собой. Ну вот короткий сейчас будет. То есть не имеет значения. Длинный волос. Вот теперь я счастлив. Вот опять же я придрался к тому, что мне не нравится вот здесь вот, как она не... Сейчас покажу, может быть, в макро. Вот, она закрывается прям близко-близко к краю идет. Но она кромка не попадает, но вот так вот. Обыкновенный волос. Как интересно у нее бритвка. Не хочет рубить, она ее надрезает вдоль. Вот сейчас наоборот получилось. То есть, когда
пытаюсь раздвоить, она его сразу откусывать начинает. Ну, это не важно. Вот так вот. Смотрим идеально ровно. Заход. Так, очередная. Опять сверх тонкий волос. Просто чрезмерно просто. Вот он раздвоился. Еще разочек. Еще разочек. Ну, естественно, да. Дальше он просто не может раздваиваться столько времени. Ну, ладно. А если просто прикасаться, то он просто отпадает. Вот еще взял обыкновенный уже волос, не сверхтонкий. И тут все просто сразу рубится. Так, в экранчик-то попадаем. Просто касаешься. Но хочу сейчас сказать... Ох, ну все, уже некуда рубить. Что эти бритовки, они, в принципе, признают ремешок. Заход смотрим. Ну идеально, но можно же, да? Ну вот древесина такая штука, что... Древесина нравится всем, и мне также она нравится на оправе бритвы. Но вот у нее есть такой вот недостаток, что она может там где-то подсохнуться. Например, вот у меня она лежит в очень таком сухом месте, что просто это безобразие. Там любая древесина ссыхается. И вот в этом ее минус. В остальном только плюсы. Я свою работу сделал. Сделал как следует. Заточил как следует. Ну что ж, на этом обзор, считаю, стоит завершить. Размещу сегодня их на сайте. Новые фотки, размеры те же. Все, добра всем. До новых обзоров.